Привет-привет, дорогие друзья. Честно сказать, новость, она связана с мобилизацией, меня шокировала в очередной раз. Порівнюємо ВІЛ та туберкульозом. Чи можете ви підтвердити чи спростувати цю інформацію? Ну, дивіться, тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, що визначається відповідно до нормативно-правових актів. Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо, залежно від стану здоров'я та специфіки захворювання. От ви сказали про ВІЛ, наприклад, для осіб з ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання. Придатність до військової служби для осіб з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Безсимптомне носійство або стабільний стан – це одне. Люди з безсимптомним носійством ВІЛ або стабільною хворобою є придатними до військової служби. Це означає, що вони мають право захищати свою країну і можуть це робити. Імунна субкомпенсація – це вже інша історія, особливо з ВІЛ. Особи з ВІЛ на стадії імунної субкомпенсації придатні до служби у тилових частинах лише і все виключно, де немає необхідності виконувати бойові завдання і відповідно навантаження інакші. Імунна декомпенсація – це третя історія. Люди, яких ВІЛ призвів до імунної декомпенсації, є непридатними до військової служби і підлягають виключенню з військового обліку. Это выступает спикер Минобороны. Хочу напомнить, у которого есть отсрочка от мобилизации. То есть его никогда не мобилизуют, согласно действующего законодательства. И он рассказывает вот такие интересные, ну, мягко говоря, вещи про то, что люди с ВИЧ, они там, ну, можно их призывать. В принципе, это там на месте все решается и решается хорошо. Вот мне интересно, вот он сам бы, его там какие-то родственники, пошел бы служить вместе с такими людьми? Вот мне просто интересно. Или как говорится, это какой-то план такой хитрый по поводу того, что заманить как-то их туда, в эти вооруженные силы этих больных, и там пусть они дальше воюют. Ну, элементарная история, у кого-то рана, там же война, это же не какой-то, как говорится, на природу поехать там поотдыхать. Рана у человека, его там, те, кто с ним воюют, побратимы, его тянут, спасают, кровь передает, это все, кровь попадает на них, что они, получается, заражаются. Это кто вообще придумал? Ну, я здесь молчу вообще про само состояние тех людей, которые больны. Для осіб з туберкульозом також передбачені чіткі критерії, і Департамент охорони здоров'я їх прописував дуже і дуже ретельно. Активний туберкульоз, принаймні легень, з виділенням там мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини, це точно автоматично робить людину непридатною до військової служби. Я вот подумал, друзья, а может это у них план хитрый такой, набрать вот этих ВИЧ-инфицированных, набрать туберкулезников, и, как говорится, пусть там себе воюют, потом, если их русские возьмут в плен, чтобы они русских позаражали, я не знаю, может такая идея. Вот мне интересно, сами эти господа и дамы с Минобороны, которые эти критерии устанавливают для службы, они бы вообще, ну, с этими людьми пошли бы в один окоп воевать, служить? Я понимаю, что у них броня, отсрочка, их там никто никуда не заберет, но, во всяком случае, пока закон, может, как-то не изменят. Не будет принят закон о том, что военные их тоже мобилизуют. Пока такого закона у нас нету. И ну, вот ответили бы они на этот вопрос, ну, сказали, нормально это или нет. Мне очень много об этом писали про депутата Шевченко. Смотрите, был его пост. Пост от 11 ноября. И он пишет: «Саша Дубинский, готовься меня встречать. Придется теперь вместе посидеть в СИЗО. Политика она такая». Этот пост он делает 11 ноября. Вот как раз в тот день так повезло, не повезло, я даже не знаю, что сказать здесь, когда у меня с ним была договоренность предварительная об интервью. И потом он полностью пропадает. И те мои знакомые, которые мне помогали с ним интервью, сконтактировать, они говорят, связи никакой нет, пропал этого дня, ну, связаться не можем. Ну, и понятно по этому посту, что к нему, как говорил Наталка Мосийчук, постукала вот это СБУ. И вот сейчас буквально появляется новая информация. За материалами ДБР та СБУ підозру у Держзраді повідомили чинному нардепу, який завдавав шкоду обороноздатності та інформаційної безпеці України. Чим це підтверджується? Комплексною психолінгвістична та військова експертиза. Депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційної безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, у 2021 році він публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації з території Республіки Білорусі. К шашликам, я так понимаю, он тоже призывал готовиться. Ну, суть здесь не в этом. Тут для меня, честно сказать, как для адвоката, это никто не заметит. Я все-таки пока являюсь адвокатом, хочу заметить. Элементарную вещь. Человека нельзя в правовом государстве, если брать наш кодекс уголовно-процессуальный, достаточно хорошо его знаю, просто так задерживать и где-то держать. Должно быть задержание, должно быть
изолятор временного содержания, потом человека везут в суд, это надо делать максимально быстро, и суд уже решает там, помещать его в СИЗО, либо отпустить домой, потому что там, говорится, ни в чем не виноват, и никакой угрозы того, что он что-то совершит, нет. Бывают разные случаи. Здесь суть не в этом. Суть в том, что, получается, 11-го это все у него началось, судя по его посту, в дальнейшем это все 14-го всплыло. То есть, где был Евгений Шевченко все это время, мне абсолютно, вот как адвокату, непонятно, где он находился это время. Может, где-то, как это сейчас модно, к сожалению, огромному, на подвале держали. Может, еще какая ситуация была. То есть, сейчас он появляется, всплывает. Они там, как бы, я смотрел интервью речника этого ДБР. Мерзкая, честно сказать, женщина, мягко говоря, еще так очень культурно. Она там говорит, я надеюсь, что его посадят в СИЗО. Да, да. Там прямо руки трет и слюни пускает. Ну, вот такое отношение к своим гражданам и к депутатам. То есть, ситуация такая, что информация эта подтверждается, и понятно, что, скорее всего, он в СИЗО и окажется по результатам этих всех судов. Суды у нас, понятно, солидарны с нынешней позицией государства, что все у нас враги, и всех надо сажать по тюрьмам. Что он такого, как по мне лично сказал, я не знаю, я не следил за его деятельностью, что там было в 21-м году, в 19-м и в 1983-м, что он там рассказывал. Не знаю, честно, не следил. Из того последнего он написал, что надо переговоры, ну, повторил позицию Дональда Трампа. И, соответственно, после этого Ермак, я это зачитывал уже в соответствующем видео в Ютубе, я так понимаю, написал, что это все неправильно, и после чего начались, как говорится, в отношении Евгения Шевченко вот эти вот все преследования. Ну, как вам всем прекрасно известно, их нынешний президент загнал под лавку остатки украинской оппозиции, остальные по тюрьмам, закрыл критикующие его телеканалы. Невыносимо стыдно смотреть, как Байден или кто-то другой с честным лицом говорит, мы защищаем там демократию. Наше правительство публично поддерживает авторитарные действия президента на Украине и, в свою очередь, тут затыкает рты оппозиции, что поднимает вопрос, а не хотят ли они у нас дома, в США, проделать что-то подобное. Да, я то же самое хотел сказать. Вот такая, блин, демократия. Новый директор разведки США Тулси Геббард, я надеюсь, я правильно сказал ее имя и фамилию, не оговорился. Суть в чем, что она говорит о той ситуации, которая в Украине. Это видеоролик достаточно еще раннешний, скажем так. Она рассказывала по поводу, ну, той ситуации, которая у нас в Украине возникает. Также есть более свежее видео, оно более длинное, друзья, и по причине есть такая у нас на Ютубе, к сожалению, вещь, как авторские права. Мне уже там русские за это прикидывали, подкидывали, будем так говорить, некоторые там, у меня с ними были разборки, связанные с Ютубом, с авторскими правами вами, и я это видео не могу опубликовать. Тоже видео достаточно, честно сказать, шокирующее, как помню, оно есть в телеграм-канале моем, ссылку оставлю, как всегда, в описании, перейдите и посмотрите. То есть, уже в Америке, если президент еще до конца у них, будем говорить, Джо Байден не добыл, сейчас будет Трамп, понятно, в этом будет инаугурация и так далее. То есть, они ситуацию, которая у нас, особенно посмотрите то второе видео из Телеграма, прекрасно понимают и осознают, что у нас происходит. Ну, чтобы вы не думали, что это там старина Джо, он там, о, не бачу, не чую, там, доллар, доллар. Это одно дело. Дональд Трамп, я так понимаю, не будет закрывать, я надеюсь, глаза на все, что происходит в нашей стране. Будем верить, что все-таки ближайшие в ближайшее время что-то у нас и с войной, и с вообще ситуацией внутри нашей страны очень сильно изменится. Задача цієї тисячі не може бути як перебити. Да? Насправді ж у нас є інша сторона медалі. Чому так зростають ціни? В тому числі через дуже стрімке зростання зарплат. І зарплати цього року зростають рекордними за останні роки темпами. І це стимулює в тому числі зростання цін. Тому порівнювати не можна зарплати попереднього року з зарплатами цього року і казати, а от у нас є тільки ця 1000 гривень. Ні, зарплати суттєво зросли, це підштовхнуло ціни вгору, як результат маємо інфляцію. А щодо прогнозів Нацбанку по темпах інфляції, ви з ними погоджуєтеся чи швидше ні, враховуючи, що є дуже багато факторів, які можуть вплинути? Ну, дивіться, завжди є дуже багато факторів, які можуть вплинути. В принципі, прогнози наших аналітиків такі самі, як і прогнози Національного банку. Ще перший квартал наступного року інфляція може збільшуватися, а потім піде на спад.
Ну, я не знаю, я не хочу просто это комментировать даже. Можете сами это все прокомментировать, то, что он рассказывает. Вы прослушали эту речь про инфляцию, про такую замечательную жизнь в Украине и про все остальное. Ну, вот не зря на этот телемарафон выделяются деньги. Вот я одно могу сказать. Украина розглядає план перемоги з урахуванням можливої перемоги Трампа у США. Зеленский, согласно этой статье, и я это слышал его выступление, там, правда, к европейцам обращался, то же самое к Трампу, к американцам он обращался, что он готов, чтобы продолжать дальше войну, чтобы дали денег на войну, он готов передать наши ресурсы, все, которые есть в украинской земле, Соединенным Штатам Америки. Ну, такое достаточно интересное заявление. Я все-таки, честно сказать, надеюсь, что на это никто не согласится в Соединенных Штатах. Уряд врахував пропозиції збільшення видатків на Мінкульт майже на півмільярда. Євгенія Кравчук. Загалом Мінкульт отримує в 2025 році 11,3 мільярда гривень. Вопрос. Зачем нам нужно это министерство? Какой в нем смысл? Ну, может, она на это министерство, потом на телемарафон. Ну, я так понимаю, только это единственная цель. Это министерство, у нас, знаете, говорится, министерство культуры есть, для этого считается, культуры нет. То есть, ему надо полностью разогнать маме. И вот эти миллиарды сэкономить и потратить их на что-то нужное в нашем государстве. Допустим, на зарплату тем же военным многострадальным. Тем, кто реально там воюет, конечно, я о них говорю. Не о ТЦК, понятно. То есть, вот элементарно там сделать аудит. Кстати, это в Соединенных Штатах я читал, хочет сделать и Дональд Трамп, и Илон Маск. Вот эта вся бюрократическая машина, которая у них там, она вообще огромная, на нее идут огромные расходы. На ненужные министерства, на ненужные службы, на все это расходуются деньги огромные. Эти деньги можно сэкономить, ну, разогнав к черту эти министерства. Оно не надо, ну, оно себя не оправдывает. Министерство культуры может быть только в Советском Союзе. Может быть, там, я не знаю, в Российской Федерации у них может быть что-то такое. Нам это не... Нам не надо навязывать культуру. У нас люди и так разберутся, что там в театр сходить, что театры работать от этого перестанут, или какие-то там галереи, где, говорится, там какие-то картины показывают. Нет, такого не будет. Все будет нормально. Кабмин пропонует на вимогу Бюро экономической безопасности раскрывать таємницю страхування. Никаких уже тайн, я так понимаю, у нас в государстве быть не должно, и там в постель это Бюро экономической безопасности вместе с СБУ должны залезть. Зачем нужны организации, которые дублируют свои функции? Вот что такое Бюро экономической безопасности? Объясняю вам, друзья, как юрист. В чем смысл? Что есть некие несколько преступлений, там неуплата налогов, еще там что-то с этим связано, их расследует вот эта организация. Целую организацию создали, чтобы всего там несколько статей расследовать. В тот же момент у нас есть другие правоохранительные органы. Я точно знаю, что Служба безопасности Украины эти же статьи там тоже с налогами, с какими-то там неуплатами расследовала и расследует. Это я точно знаю. 100%. Кроме этого, естественно, есть и другие службы у нас. Есть Государственное бюро расследований. Оно тоже может это расследовать, поверьте, друзья. В рамках каких-то там коррупционных схем и тому подобное, это может расследовать Национальное антикоррупционное бюро. Кроме того, друзья, в каждом райотделе полиции, если за Одессу говорю, не знаю, какая там ситуация в других городах, есть отдел отдельно, отдел в самом отделе по следователям, по вот этим делам, которые занимаются чем, как вы думаете, экономическими преступлениями. То есть, друзья, у нас, ну, как минимум, 4 органа правоохранительных, которые могут это все расследовать. Это неправильно, так это быть не должно. Вполне достаточно, чтобы это, я считаю, в отделе полиции расследовали. Все остальные организации – это какие-то элитные надпочкования, которые занимаются бизнесом, разборками с бизнесом, обысками у них, там, изъятием денег у людей и тому подобного. Имел очень много с ними дел раньше, честно, не, тут я абсолютно не лукавлю, и я понимаю, как это все там у них плюс-минус работает. Это работает так, что есть вот эти бесполезные организации, которые ходят друг за дружкой и проводят обыски. Вот это вот и все. Это я еще молчу, что там есть отдельные подразделения, как там в областном следствии есть подразделения, тоже там расследованиями там специальными, очень нужными, важными занимаются и так далее. Там еще, я, может, даже все не знаю, не со всеми имел дело по работе. Но суть такая, что хрен знает, пойми, сколько у нас этих полицейских, милицейских людей в форме, которые получают зарплату,
получают довольствование от государства, получают бронь, кстати, они, естественно, никто из них не воюет, занимаются расследованием одного и того же преступления. Это вернувшись к той теме, что нахера нам надо такое количество чиновников, полицейских и всех остальных вот этих деятелей, которые единственная цель, по-моему, это издеваться с людей. Дальше, вот очень интересно, как раз есть новость в эту тему. Керівник полтавского БЕП задекларував літак і мільйонні статки. Що про нього відомо? Самолет, видите, вот этот начальник БЕП областной, не главный, который в Киеве сидит, у него есть самолет. Еще 6 миллионов долларов у него есть наличкой. Где взял? Ну, нашел, понятно, шел, нашел у каких-то предпринимателей, я так понимаю, валялись ненужные, подобрал, в карман положил и дальше пошел. Вот так оно работает. Вот вопрос. Зачем нужна эта организация? Еще раз опыт. Потому что там по каким-то европейским этим... Каким европейским этим вот? С 2004 года нас берут уже в Евросоюз. Про НАТО я вообще молчу. Не хочу даже говорить. То есть с 2004 года 20 лет, как нас уже взяли в Евросоюз. Может, это все херня, оно так не работает. Может, надо разогнать половину вот этих всех дармоедов, которые сидят у нас на шее. Зачем они нужны? Что они производят? Что они полезного вообще делают? Делать. Я знаю, как они там работают, как они заводят дело одно, я уже об этом как-то рассказывал, и ходят с этим делом по кругу, по всему городу Одессы, везде делают обыски, ищут, чтобы там найти, да забрать себе, да в карман положить. Вот так вот работает Бюро экономической безопасности. Это только то, что я знаю. Я же там, понимаете, не работаю, все их тонкости нет. Там очень много интересных вопросов. Та организация, которая, мое мнение, вообще не нужна и существовать не должна у нас в Украине. Вот эти все... Просто это делается за ним, чтобы издеваться с людей. Ну, вот это, честно сказать, моя такая мысль как юриста. Будем верить, дорогие друзья, что все незаконно осужденные люди, те, кто незаконно находится в этих местах лишения свободы, назовем их так, в этих ВВС, в СИЗО, будут все-таки отпущены. И, кроме того, я уже не раз говорил, что после окончания войны в любом случае надо оправдать и отпустить всех без исключения, кто там связан с войной. Вот этих так называемых людей, которые являются уклонистами, те, как говорится, кто там вот эти СЗЧ, ШМЗЧ, никого из них держать в тюрьмах не надо, эти люди там находиться не должны. Я не считал и не считаю преступлением то, что человек не хочет умирать, хочет просто жить. Со сменой политического руководства в Соединенных Штатах Америки, я уверен, очень много и сильно в нашем государстве изменится. Вы дали Шольцу, скажите? Я надеюсь, что передо мной бы такой выбор никогда не стоял. Хорошо, если перед вами был выбор, дать Шольцу или Трампу, кому вы дали? Никому. Я бы не стояла перед таким выбором. Ну, не зарекайтесь.